Возможность стать судьей КС по квоте Высшего совета магистратуры на исходе. Пятница – это последний день, когда кандидат может подать документы. Те, кто претендует на эту должность, должны соответствовать ряду требований. Иметь постоянное место жительства в стране, гражданство Молдовы, опыт работы в юридической сфере не менее 15 лет и быть моложе 70 лет. Должность одного из магистратов Конституционного суда стала вакантной в конце января, когда судья Эдуард Абабей скончался в возрасте 52 лет от неизлечимой болезни. Он находился в отпуске по болезни более 4 месяцев. Эдуард Абабей стал судьей Конституционного суда в июле 2019 года решением Высшего совета магистратуры. По закону двое судей инстанции назначаются парламентом, двое правительством и еще два ВСМ. Мандат длится 6 лет.